На верность Отечеству и уголовно-исполнительной системе молодые сотрудники управления по конвоированию ГУФСИН приняли присягу. Традиционный ритуал по принятию присяги сотрудниками, которые впервые поступили на службу, прошел в торжественной обстановке под гимн России. Клятву верности Отечеству дали два работника ГУФСИН из Первоуральска. На мероприятии были наставники и личный состав управления. Также молодых сотрудников поздравили ветераны уголовно-исполнительной системы. Сейчас в управлении по конвоированию ГУФСИН службу проходит более 500 человек. Работа связана с многочисленными командировками на железнодорожном и автомобильном транспорте, стрессовыми ситуациями и риском.